Сотни тонн гранита, тысячи метров тротуарной плитки. Стройматериалы подготовлены, работа кипит. Уже наполовину готова главная, самая большая лестница у ладьи. Ступени облицовывают красно-серым южно-султаевским гранитом. Здесь уложат 1800 погонных метров камня. Всего же на набережной будет 43 лестницы. Полным ходом идут работы по реставрации ладьи. Сейчас завершается отделка и облицовка основания мрамором. Уже в ближайшие дни подрядчики приступят к покраске. А покрасить предстоит больше 1100 квадратных метров. Внешний вид одного из главных архитектурных символов Самары не изменится. Ладья будет с белоснежным парусом. На финишную прямую вышли работы, которые будут скрыты от глаз горожан, но обеспечат комфорт на набережной. Это устройство коммуникаций, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, очистных сооружений и коллекторов, электрокабелей и систем автополива. Обновленная набережная будет утопать в зелени. Газоны преобразят, украсят цветами и кустарниками, высадят полсотни новых деревьев. Убрать пришлось только старые и больные тополя. Ни одна елка при стройке не пострадала. Ради хвойных даже слегка скорректировали проект. В частности, мы видим 22-й сход. Мы его сместили, согласовали с проектировщиком для того, чтобы поставить эти зеленые красавицы на месте. Предусмотрены работы по устройству откосной части. После устройства автополива, значит, мы будем наносить чернозем, где-то укреплять его георешеткой. И заново будет высаживаться трава и другие растения. На новой достопримечательности самой живописной улицы фонтане идет заливка стен бетоном. После их облицуют гранитом. Планируется, что фонтан будет с динамической подсветкой и музыкальным сопровождением. Тротуары выложат плиткой, а на нижнем уровне будет асфальт и велодорожки. На подмогу подрядчикам пришли стройотряды. Самарские студенты тоже вносят свой вклад в преображение города. Реконструкция набережной идет по графику, несмотря на неприятные погодные сюрпризы. Контроль качества идет на всех этапах. Проводится строительный контроль на соответствие выполненным работам, проектным решениям. В настоящий момент общие строительные работы идут в рамках графика. Серьезных отклонений пока не наблюдается. Основные работы на четвертой очереди набережной должны завершить в ноябре этого года, полностью весной следующего. И только когда объект будет сдан, совершенно новую набережную откроют для посещения. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.